Сегодня в Бользино прошли противопаводковые мероприятия, взрывали лед. Есть такой вот вопрос к местным жителям, которые наблюдали за происходящим. Проводили ли какие-то мероприятия по поводу разгона рыбы специальными устройствами, ультразвуком? Нет. И вы так каждый год рыбу собираете, да, потом, которая умирает? Сейчас пойдем собирать. И много рыбы вообще погибает так вот при взрывах? Ну кто его знает, пока мы идем, так тут вороны уже собираются. Ну так вороны больше клюют. Ну много, да, собирают? Так, да. Каждый год. Ага, понятно. Ладно. Благодарю.